Ой, моя. Нормально. А я это, короче. Это я, Сэм. Это я, Сэм, да. Я это, короче, блин, я после дегустации пришел домой, съел две шавермы и литр молока выпил, короче. Поэтому мне сейчас не очень хорошо. Как бы, с одной стороны, и очень хорошо, с другой стороны, и не очень хорошо. Так. Кто бы сомневался. Ты бы это и это? Ты то? Да, это то самое. Запустил. Ну, press escape to continue. Я жму escape to continue, он мне ничего не дает, блять. Персиполис. Тетя. Персиполис. Сам ты тетя. Ну вот я. Павлович пришел. А, ты здесь? Да, привет. Ребята, всем привет. С вами Денис и Дима, мы продолжаем проходить серию Сэм. Доброго вам дня вам. Доброго вам джаст. Погнали. Доброго вам джазу, короче. Вот погнали. В сэмочи. Любители прыгать. И бегать. Вот, смотри, что тут. Винтовня. О, я опять буду менять, короче, оружки со скоростью движения литосферных плит, блядь. Все забыл, нахуй. Раз, два, три. Пока все просто. А куда идти? В дом? В дом, конечно. Тут холодно, дует. Нихуя. О. Выходи бороться. Я в яму попал. А, я думаю, куда ты попал-то, блядь? А где твоя яма? Она вот там колодец. А где? А что ты там умер? Ты не должен был там умереть. А там в самом низу жизнь. А просто ты? Там бортики внизу. А, вот я тебя вижу. Ты наверху у меня. Да, там бортики. Блядь, я хотел на бортик! Сука, там бортик вкусный был. Сейчас. А что ты на шипы пошел? Там дверь. А там жизнь. Там большая жизнь. А еще тут враги. Вон, видишь сам? Да. Но я помер. Так вот... Блять! Там прыжки специфично выполняются. Сука. Я хочу жизнь забрать. Я тоже. Все равно я, блять, в стену упираюсь. Какого хуя? Я еле-еле маленькими тычками, маленькими шажочками. 100 шагов назад тихо на пальцах, блять. 100 шагов назад. Да-да-да. Я это и хотел исполнить. Блять, да я каждый раз. Опа! Оба! Я думал, что. Последний раз. Я больше не могу. Да ёпты, блять, я туда же падаю. Да, блять, меня бататутнуло, блять. А, сука! А, нет. Ой, не сука. Падаю. Блять! У меня труп батут. Сука! А куда идти-то с батута, нахуй? А может ты прыгнешь в момент типа касания, и ты еще выше прыгнешь? Во! Все! Привет! Так, я все сделал. Ты все сделал? Я нашел жизнь. Блять, что с тобой произошло? У меня, знаешь, что получилось? Знаешь, как это выглядело, короче, с моей стороны? Ты просто превратился в кусок мяса, а через 3 секунды они рухнули. Охуенно. Это было супер потешно, конечно. Так, напалм. Напалм дед. Опа, бля, прям въебало. Кукурбита тыква. Это ты? Чего? Кукурбита тыква, это не я. Это он. Ты что несешь, псих? Его зовут Кукурбита тыква. Ну я, кстати, пересматривал, но я не помню на самом деле, что мы там говорили. Официальное имя. А, ты вниз? Да. И я вниз. А ты... Вижу. Друг, есть лишь один путь наверх же, пел Кипелов. Ну, мы, к сожалению, Кипелов. Ну да, часть. Точно. Но я не хотел бы быть человеком 60 лет. Что-то рыгает мясо. Мясо рыгает какое-то. Да-да-да, рыгари известные, лягушачьи. Он там хрюкает. Угу. Кнопка. Погнали. Да? А чё, вдвоём? Эй, а я на месте остался, блядь. Ой, ну пойдем. Что у нас здесь? Так, что у нас тут? Там монстры. И туман. Silent Hill. Блядь. А. Туда. Эй. Еще кто-то. Тот день, никого не видно. Ну я зажарил пару скелетов. Нам-нам, жареные кости. Да, жареные кости, вкуснотища. Хотел сказать, группа кости, есть же группа корни, господи. Группа корни, блядь. Чё-то в подростковом возрасте слышал, типа. Я теряю корни.
А я не помню их песни. Я помню, что это было тысячу лет назад. Да, я был мелким тогда. Ты был еще младенцем, я, ну не знаю, я 13-летним младенцем. Ну, кстати, не знаю, когда она появилась, может, и да, может, я был там. Блять! Я просто вниз упал. Но я помню, что я был в осознанном возрасте, когда их клипы по Муз-ТВ крутили. Я Муз-ТВ, ну и шляпа. Где ты? Так эту дверь я тоже нашел, я вижу. А я хочу выше, там что-то выше было. Да? Опа, блядь! Я там рычаг какой-то находил, я его активировал, но я не там знаю. Патроны, с другой стороны бронька, не стоит того, короче, я к тебе. Ой, а я за бронькой. Ну, сейчас я к тебе. Тут не... Меня обманули. Здравствуйте. Алло? Что происходит? Я за... кусок крови, блядь, вижу, это моя, что ли? Пошли. Опа. Так, вот на меня бежит, сволочь. Кстати, они все почему-то на тебя реагируют в первую очередь. Илю, кому тут побрить надо, как вот в прошлых локациях? О, нихера тут. Здравствуйте. Доброе утро, Вавилон. Помело? А, Вавилон. Да, доброе утро, помело. Ну знаешь, как этот цитрус, короче. Да. Это сразу видео вспоминается, где мужик бухой какой-то. Что такое, помело, блядь? Я не видел такого. Это такой ужас. Там он в пятерочке стоит, две женщины-продавцы стоят. Блять. Что такое помело, блять? А баба летать разучилась что-то, она просто бегает за мной. Это крылья подстрелили, видимо, дырки в крыльях. Ты Коголовый сначала как бы сцедил, срубил, блять, кактус, а потом меня. А сцедил тебе кактус? Сцедил кактуса мне. Сцеди мне своего кактусу. О! Соколиное крылья левое. Чего? Что? Я подобрал левое соколиное крыло. Зачем? Ну, значит, надо правое найти с другой стороны. О, блядь. Где у меня там снайперка, говняйперка, что-нибудь такое? Блядь, снайперка без прицела вот этих одноглазых не убивает. Не жарит? Отстой. Блядь, это цепляжу я опять. А, говно, где? А? На! Не, хорошо. Блядь, зеленые. Сопли. Да, подстрелю. А еще один. Еще один, я его не видел. Вон он у меня. Зато я нашел еще одно крыло, короче. Красава. Ага, то-то я и думал, что меня убили. Опа, блядь. Опа, блядь. Опа, блядь. Ты автомат? Опа, блядь. Нет. А, это этот. Я из снайперки хуярю. Опа, блядь. Скорпион. Баба! На! Ха-ха! Под, в полете ее подрезал. И. Бля. О. Что, где? Баба! Опа! А, тут летают. А я бабу отстреливаю. Блять. Ты мою бабу отстрелил. Ужасно. Меня кто-то еще атакует, я не понимаю. Блять, да, кто-то атакует. А кто стреляет? Кто с... Блять, а, вон, на крыше. Скотский. О, все, завалили. Хорош. А еще кто-то есть? Что-то взрывает. Так, блять, снайперка, на какую кнопку? Ёбаный насос. На шестерку, все. На шестерку? Бля, пиздец. А, ты там не собрал еще ничего? Нет, я тут не был, я был на противоположной стороне. Кто херачит? Блять, жахает. По мне жахает. А, вон, наверху, блять. Сидит придурок. Сидел. Придурок. Спартак Петенев. Я что-то нашел. Опа. Я нашел секрет. А я его взял. Блять! Ой, мать. А, меня жахнули. У меня пока нет. На, вон тебе. Вот так вот. Красава. Стрелил броню, чтобы, блять, медом не казалось жить. Так, а еще и куда эти крылья? Улететь на них отсюда? Ну, не знаю, вот тут крылатый конь стоит в серединке. Из Вавилона. Вавилон! 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 Я, кстати, тоже пел, блядь, песню. Что ты построил? Песню группы Ария, пока тебя не было тут. А это Ария? Да какая разница, сольно, не сольно, блядь. Считай все Ария, нахуй. Ну, весь мир Ария. Ой, блядь. Конечно. Я дверь открыл, а там меня стреляют. Какую дверь? А, вижу, какую. Шестерка ждет. Сука! Почему шестерка переключает две пушки у меня? Да? У меня шестерка переключает. Снайперка и огнемет, да. Да, сука.
Но это не указано в меню, блядь. Меня наебывает игра. Какого черта? А я туда хочу. А поебачу. Получено данных. Запертые двери. Попробуй найти ответ за другими дверями. Ну вот, другие двери здесь. Здесь и ответы. Вот один из этих ответов бежит, блядь. Вот второй. И вот... Меня спилили. Вавилонская резня бензопилой. Так, кнопка. Так, пожалуй, мне нужно сделать игру еще тише, Мальца. Подожди. Ой, жабы. Ну, в смысле, ты-то можешь не ждать. Да я-то не жду, тебя жабы тут атакуют. Да пускай атакуют, похуй. Все. Не пистолеты возьму, наверное. Дай мне пистолеты, ёб твою мать. Ну, мы, кажись, это, блядь, последний жабер. Вот так. Не, не последний. Вот теперь последний. Врезался мне прям в тютельку, да, блядь. Не последний. Ножом порезал. Да я видел вообще, как этот самый. Слышишь? Во! Ух, тут ножористые, лавовые. Так, о! Мы ты тут, что, лавовой тут... пилой пилишь? Прикольно. Я тоже хочу. Я тут всех пилой пилю. Это что за камень? Не знаю, но его надо попилить. Не пилится. Чё-то наши вот эти... Лезвия пилы херовые. Блин, а я там секретку же видел, что там этот... Какие-то патроны, жизнь. Я тоже видел. Сука, а нельзя... Я уже успел в трех столбах запутаться. Нас обманули. Так что не, похеру. Нам вот... Ты видишь где? Не. Иди на мой звук. А ты на мой. А, вот. Так, оп. Сейчас сзади этим камнем, наверное, выстрелит, блядь. По-любому, но оно и выстрелило. Ага, вот тебя и убило. Да, там еще и сверху камушки. Ну ладно, ты их все триггернул, а я пойду спокойно. Тут как будто этот, я не знаю. Эй, я! Что тебе урон нанесло? А я врезался в камень еблом просто. Судя по всему. Да это шмат крови просто. И все, и нормально. Опа. Ух ты, ёпта. Это прям как этот, передача-то с этим, как Форт Боярд. Ой, бля, там рыбы. Баба-рыба. Шук-баба-рыба. Блять, огнемет же не работает под водой. Да-да-да, я вот тоже пытался огнеметом. Там какая-то дырка. Тухлая дырка. Тухляк. Так, все, я... Тухлая дырка. Все, я в этой дырке побывал, там нет ничего интересного. Во второй тоже. Бля. А вы бывали в дырке? Опа, а тут что? А, я тоже попытался, нифига. Блин, везде обман. Ну, надо пройти Форт Боярд вот этот тест. Форт Ебоярд. Ёб твою мать! Оп, я прошу. Не, я нет. Но я стремлюсь. Давай, я встану на трибуну. Я такую. Ты, бля, в самом конце, зараза, нахуй. Куда ты в дырку, дурак, что ли? Меня опять в дырку потянуло, что ж ты будешь делать? Пустота затягивает. Вылезаешь из воды. Опа-пара-бара-ба-па-пара, опа. Да, сука. А может я пройду дальше и тебя телепортируют? Как? Нет. Ты хочешь сам, ну давай. Конечно, я буду делать это сам. И оли, оп, блять. Все, отлично. Ой, молодец. Ну, я такой, да, я этот самый. Да. Я недавно по канату ходил, так что, в принципе, похуй. Нихера ты. Ну да, в цирке. Блять. В меня стреляли, пока я ходил по канату. Я упал в лужу, нахуй. Лежал там, нахуй. Меня сейчас придавит этой хуйней, что ли? Нет. А, нет. Давай, эй, я тебя... Смотрим, как Дима поднимается. Я не понял. А, потом... ну вот так. Да. Ты не стреляй, ты. Я безоружен. О, двухствол очка. Я. Yeah. Ух ты, вот это круто. Ты не говори, блядь, джигурдянский. Как будто варк разговаривает. Варк бы еще гнусавил. И отплевывался кровью при этом. Это круто. Ёп. Давай, прыгай. Ловлю! Давай, прыгай, какашка. Лошарик в попе шарик. Да, яйцами пёзнулся. Оп. А мою дробовню? Опа.
Я еще... Оп. Бля. Ну где ты? Кто ты? Кто-то где-то когда-то с кем-то. Активирован секретный суперущерб. Я его взял. Нигера. Не, я обычный дробовик беру. Он побыстрее будет. Ну, кстати, да. С ущербом-то, кстати. Да, это вообще мощь. О, разносит пачки. Еще валяется. Всякие жизьки. Мне кажется, закончился ущерб. У меня скоро закончится. А еще бегают? Слышь? Да, конечно. Сок от копыт. Мы до конца игры будем в этой комнате. Вот у меня пищит. Все, сейчас закончится. Что происходит? Ёб твою мать. Приехали эти тыквики. Тыквоголовые. Да, блядь, меняй пушку, долбоёб. Заебала эта игра. Уёбищная, уёбищная, блядь, смена оружия реализована. Просто ублюдски, блядь. Культовая классика. Говна пирога, блядь. Че за босс, господи? Подожди, ухол, там броня внизу, блядь. А-а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 -
Тут прыжки реализованы так же пиздато, как и смена оружия. Вообще. А, блядь. Сука. Блядь. Ну, я попробовал еще раз, ну и хуй с ним, все. А я даже прыгать не буду, я забрал ее. Но я умер. Так смысл, блядь. И она просралась. Но я в падении забрал ее, и она упала. Ладно, я иду вперед. Погоди. Там эти плодовые культуры нас атакуют. Погоди, Дима. Хэллоуин. Хэллоуин. Привет. Блять, ужас. Твой English is perfect. Yes. Yes, my teacher, I speak English very well. Как of course. Indeed, блять. Куда ты кидаешь, а если я кину? Ой, о, супер ущерб. Зашибись, берем. Или подождать. А если мы будем идти вперед, я думаю, он нам очень пригодится. Ну ты пойди триггерни что-нибудь, я подожду. Хитро, хитро. Ну тут пока никого нет. Так в том-то и дело, сука. До двери дойду. Блять, мой супер ущерб, сука, тухнет. Слышу, быки. Где вы? Вот, сзади. Блин, супер ущерб, супер ущербный. Я слышу быков, где они? Все, пизда нашему ущербу. Дверь не открывается. И мне пизда тоже. Так, надо сам брать себя взорвал там? Снайперку. Или огнемет, блять. А не, огнемет бессмысленное говно здесь. О, кстати, ущерб снова. Или это другой уже? Там, где я прыгаю. Блять, кто-то появился. Справа от тебя еще один ущерб. Ага. Слышу этих и соплестрел где-то этот вонючий. Да-да-да. Да-да-да. Справа от меня, вижу. Блядь, мы их взяли супер рано, как обычно. Зелененькие вон они. Блядь, шар. Где второй зелененький? Есть второй зелененький, блядь? Я бы второго зелененького. А ты его убил? Умял того, бы. Да? Одного, да. А второй есть? Я не видел. А, нет, ну и ладно. Ну они часто попарно появляются просто. Блядь. Пушки, сука. Я... А чё, всё? Я считаю, супер ущерб второй не особо-то использовал. Там рычит что-то на тебя. Во, появились. Зеленый. Как появились, так и померли. Да и я об этом быки. Позаботился, нахуй. Быки где-то бегут. Слышу. Топ. Да слышу, гром гремит, земля трясется. Что там мать делает? Мать собрание несется. Что там делает мать твоя? Так. Блять, ну где они? Да вон, я вижу одного. Где? А, о. Он получил покушать моей ракетки. Еще и один такой топот был, что он был не один. Или остальные один там был? В пробке застряли, видимо. На Садовом. Так. А дверь не открывается. На Садовом. Носовой. На большом каретном. Блять. Какая хуйня вспоминается. Я нашел, короче, штуку. А внутри штуки... Блестяшка. Я взял эту блестяшку, а оно оказалось, знаешь, чем, блять? А что за хуйня? А у меня враги. К
Короче, я нашел такие же комнаты с крыльями, но эти крылья не берутся. Врубаешься? У меня хуярит. Так ты далеко. Не, я в центре. Внимание. Я, в центре внимания. Ну да, кстати. Не, я одного переманил на свою сторону. В свою сферу, скажем так, влияние. Ну давайте, блядь. Евгений, подходите. Бля, я слышу зеленое говно. Вижу зеленое говно. А ты его убил? Да. Он шар-то остался. Кто-то бегает, блядь. Да тут уебанская арена появляется, блядь, это самое. На самой периферии, нахуй. Где-то в Перми, блядь, появляются, а мы, блядь, потом искать их бегаем. Опа, мясо через пролетело, блядь. За спиной. Сзади тебя, да, бежал. Да, да, да. О, вижу, блядь, Евгений сейчас подбегут к нам. Я их убил. Да? Ну иначе не подбегут. Ну. А, вон еще один. А вон еще бегут. Мне не нравится, когда я не понимаю смысл происходящего. Да, аналогично. Я не, вот, не люблю, когда не понимаешь, как, откуда бегут враги. Панорамный звук такой. Опять зеленая хуйня, сейчас я ее откочурю. Слишком большое пространство и тут мало этих домиков. Как-то, блять. Сука, сопля, блять. Иди отсюда. Опять бык. Мне бы передвигаться побыстрее, еще процентов на 40. Было бы хорошо. Ага. Выстрелил в дерево. Вложился в говно. Так, опа. Может, нам что-то сделать нужно, а то они появляются, 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 появляются. А, черт его знает. Я вот честно не понимаю. У меня такое чувство, что мы... Два варианта. Либо реально должны что-то найти, либо должны просто ждать, когда это... Ну, я нашел эту хуйню с крыльями, но крылья не подобрались. Ебать, опять этот опыт. Ну, а, не, я вижу быков, у тебя там их много. Да, 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 да. Только в путь, блядь. Рональдо и Рональдиньо, блядь, и Рональдо вдвоем на пару, нахуй. И Луиш Фигу третий. Да ёпты. А я мяч. Я футбольный мячик. Ну, это закончилось. Сейчас надо опять дверь проверить. Если мне нужно вебочку поправить, сука, вот так вот. Я хочу быть посерединке. Идеально. Сука, дверь не открывается. Короче, я не понимаю, а где... Ну, я нашел ботинки с красные. В одном из зданий маленьких. Вон. Вон, видишь? Если ты вдруг меня видишь. Я тебя не вижу. А я сейчас выстрелю из говна. Давай. В воздух. Ты стреляешь? А, вижу, 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 вижу. Нихера ты как далеко ушел. Бегу, бегу к тебе. Тебе бежит, бегит. А, блять, я идиот, мы просто их поставили. Мы же их взяли, взяли, а теперь мы их поставили. А, надо поставить? Да. А я подхожу к постаменту, блядь, смотрю, ничего не видно, а потом хуяк крыло стоит. Я думаю, ну дай возьму, а оно не берется. А потом оказывается, что это я его поставил, нахуй, и только на втором я понял. Сейчас тогда поищу этот. Ну, по идее, раз я поставил два крыла я поставил, по идее, значит, что-то должно сработать. А ты оба поставил? Да, я поставил два. Блядь, где зеленый? Попляжу и пидормот! Один у меня. Кто в меня стреляет? Свин, парнишка. Ой, ты какой гнилой, блядь. А, вот да, я нашел тут рюкзак. Ага. Крыло ты поставил. И у меня тут орут. Ой, бля. Не, знаешь, у меня были претензии к тройке, когда я ее перепроходил. Угу. Но она, блядь, играется лучше. Вот серьезно. Пусть на меня, блядь, хуёв положат пачку любителей олдовых игр, блядь, трёшка играется лучше. Ну а в каком плане? В плане смены оружия, в плане импакта, в плане построения вот таких вот длинных уровней. Бля, что меня убил? Ёп! Тут красный демон. Я знаю. Вон он, блядь. Блядь, бык, сука, в жопу пырнул меня сзади заточкой. Обменялись ракетами. Пока я целился. В Диманюк, Диманючих. Сука, куда ты убежал? Что свинью убил? Женщина! Убить! Звучит ужасно. Блять, ну что ж поделать? Я такой я мизогин жуткий. Ты думаешь, почему у меня до сих пор нет этой самой женщины?
Они-то у меня есть, я просто их всех убиваю. Дмитрий, не хотите познакомиться? Женщина убить. Женщина убить. Просто головой в грудную клетку. Ура, дверь открылась, господи. Где эта дверь? Это вот... А, вижу. Или не вижу. Стреляю. Видишь, откуда ракета летит? Вижу. Мне по направлению полета ракеты идти. Уклоняюсь. Супер мидбой. Супер. Мухан поднасралась. Мне так нравится до сих пор это название. У тебя первой серии. Я периодически, вот когда на твой канал захожу, я вижу вот это. Мухан поднасралась. Я каждый раз смеюсь. Не знаю, да мне что-то тоже смешно с этой хуйней. Я... Поэтому и написал так, видимо. Блин, наконец-то маленькая аренка. Где этот самый? Огнепульк. Вот. Кстати, да, он по полной. А, маленькая аренка, хоть там, это просто переходный вариант был. Аналогично огнемет, здесь крупный. Вот это реально. Особенно в таких местах маленьких. Мало таких мест прикольных. Ну да. Ой, блядь, что у меня? А еще меня морозит то, что я не могу, блядь, с тем же дамагом стрелять, как бы со снайперки. Не целись. Как при прицеле, да. Ну вот это тупо. Непонятно, как это вообще. Супер тупо. Вот сейчас демона, которого я, короче, с одного выстрела хуярю, мелкого такого. Угу. Рогатика с голубыми рогами. Я 3 выстрела на него потратил. Блять, да поменяй. Почему ты не хочешь? Жму все кнопки и пытался взять это. Опять женщина. Что ж ты будешь делать? Так, эту фем-тусовку мы сейчас сделаем. Ой, я тебя сжег, блядь. Ну хоть не жарил. Отжарим. Да господи, попал. Под удар. Иди сюда, рыба. Баба-рыба. Баба-рыба? Да это я. Пока только баба-птица была. Да это я откуда-то взял, я уж не помню. Там баба-рыба. Блять, ты такое не бери, положи на место. Положи, где взял. Так. Ты опять нарвался на кого-то, а я бегаю по пустым, и эти ничего не понимаю. А я что-то нашел место какое-то, тут зеленый кусок чего-то. Что это такое? Прикосновение к священному камню у меня. А, о, вижу. Вижу врягу. И умираю почему-то. Взрывачи! Сука! Блять, Тефтель, отойди нахуй. Опа. Все 3. Пиздата. Так, а куда идти-то? Нам надо... Что делать? Знаю, я подстреливаю по-тихому, как бы, чувачков. Я превращаю летучих женщин в мясо. Тиран, блять, домашний. Да нет, я вавилонский тиран. Хоть не вавилонская блудница. Не, это уже к ним относится. Ох, блядь. Блудень. Блядень. Да кто соплями? Вот он. Каждый зарабатывает на жизнь как может. Блять, это еще один соплестрел или что? А, да, вон. Еще один. Думал... Блядь, дико в аду просто, что-то мы тут творим. Женщина! И... Я прикоснулся к священному... Ой, камни. Это ты про мой стояк, что ли? Это ты так долго додумал. А это я долго думал, стоит ли хуйню эту пороть или нет. Это просто, знаешь, что так не... Это ты про мой стояк? Нет, не было дрожения голоса, не пизди. Нет, это я к тому, что это, ну, как-то, знаешь, так неловко, еле-еле было сказано. Неловко, блядь. Попробуй половче, нахуй. Это ты прямой стояк. Это ты попробуй в контексте ситуации, нахуй. Уверенно. Без подготовки, без говна. Это ты прямой хуй. Член, пенис. А ты со мной тут бегаешь? Я в параллельной комнате. А я не могу зайти ни в одну из комнат. Член, хуй, пенис. Это ты меня назвал, или ты это выругался просто про ситуацию, блядь. Это да, это про ситуацию. Как синдром Туретта, просто член, хуй, пенис. Да это я повторил твою эту самую... Ну, золотые слова. Твою тираду, да. Я тут жгу, отжигаю. А я собираю ништяки.
пока ты на себя как бы атаку всю принял. Чего тут их так много? А, все, я к тебе, братиш, иду уже. Я бегу, я спасу тебя. Ты это сказал, меня тут же убили. Я вон зеленого подстрелил. Ай, опять это дуракар какой-то. Дуракар. Вон, я еще зеленый шарик подстрелил. Я пиздатый. Я что-то нашел. Я нашел синий камень. Скури его. Прикосновение к священному камню. Блять. Что такое? Я заспавнил врагов. Я видел. Они заспавнились у меня в жопе. Жестко. На, блять. Ай! Что меня рвануло? Ты дурак. Ну давай, ой, скорпион, блять. Вижу, ты херачишься. Я только, да, только этим занимаюсь. Взрыв пакеты. Бэм. Да кто? Дура одноглазая меня стреляет. Бали. Женщины без снайперки тухло убиваются. Да ёпта, что мне... А. Там еще зеленый один где-то ползает. Да не, я думаю, что мне без конца, просто я урон получаю, я думаю, у меня глюк какой-то. Не знаю, только закончилось. Скорпион. Да-да-да, эти засранцы, эти посланцы ада, блядь, тут повсюду, нахуй. Так, что, все, кончились? Войска не... Нет, не кончились. Блядь. Ну, они на обратном пути отсюда. О, я вижу так зеленый это... шар. У себя въебали. Тут их двое. А, ну ты уже одним занялся. Бля. Ладно, я тогда снизу повоюю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Да, господи. И, кстати, четвертый Сэм и Сириус, это Сайбериан Мейхем тоже играются лучше. Несмотря на то, что их все засрали. Четвертый и Сайбериан Мейхем не играл, но хотел бы. Хорошие, я прошел оба. Притом я усложнил себе процесс, потому что я проходил без сохранений вручных. А, то есть только эти автосохранения, контрольные да. точки? Да, при том, что я тупо, ну, я тупо забыл, я настолько, ну, до этого, как бы, мало играл в старые игры, да? Ну, в этот момент, что я тупо забыл, что есть возможность, да, сохранения вручную. Ну, слушай, прошел, тем не менее. Да, но под конец меня немного срака горело из больших арен. Ух ты, ёб твою мать. Там костяные. Костик. Костян. Ты мне как кость в горле. Блин, вот сюда бы автомат или пулемет. Вообще был бы. Сопель, сопельку бы сюда. Блять. Константин Викторович. Ну ты, конечно, и гандон. Ать. Двать. Треть, четвертеть, пятеть, шестеть, семеть, восьметь, вот блять. Я все, я на восьмете закончился. А я бешусь. О! А я закончился. А это ты. Это я. Так, открывай, сука, Новый год, блять. О, я за тобой, рычажок вижу. Жми. Он похож, знаешь, на что, блядь, на окурок. На окурок? А, ну да. Подойди есть поближе. Такой... Бля. О, опять кости. О, пенис. Я окошки открыл. Блядь. Молодец. Ой, у меня бык. Я посмотрел в окно и увидел оно. Так, еще. Что я сделал? Я дверь открыл. А это мы отсюда пришли, да? Нет. Ну, в смысле, я вошел в какую-то хуйню. Сука, а передо мной дверь закрылась. Говно. Там супер ущерб, так что нет. А, я к тебе телепортируюсь. А, ну, видимо, я быстро по сюжету пошел, как бы. Там супер ущерб слева, если что. Да, я видел. Ну, надо затригерить, мне кажется, что-нибудь. Ты его да, не брал? Тоже. Я пока не брал. Честно, к двери подойдем, тут пойдут орды. Давай, жду орду.
Сейчас монголы такие набегут. О! У них хера музыка пошла. Техно какой-то ебливый. Какой-то, да, так, клубничок техно. Такой, знаешь, прямиком из фильмов начала 2000-х, типа Блейда. Ой, вот это ты напомнил, кстати, молодость мою. Аж захотелось почему-то пересмотреть. А потому что я недавно увидел видео с Уэсли Снайпсом какое-то, я не помню какое. И такой, типа, блядь, это же Блейд. Это же Блейд, правильно, Уэсли Снайпс был? Ну да. Все. А то второй Супер Ущерб, кстати. Он еще это самое, в фильме Разрушитель был 90-х годов со Сталлоне. А вот мне кажется, что я момент из него и видел. Нет, я видел момент с ним и со Стэтхэмом, где они ножи бросали куда-то. А, это хуйня не знаю откуда. Короче, я они беру там ущерб. На что-то поспорили, типа, черт узнает, на что кинули нож, и у Стэтхэма получилось попасть в цель, а у этого нет. Нож выпал. А у меня есть снайперка? Е-е-е. Я жгу огнеметом. Еще Супер Ущерб, они спамятся заново, что ли? Ну, возможно. Так, может, мне микрофон поближе нужно пододвинуть, я хуй его знает. А ты меня нормально слышишь? Я вот этого не спрашиваю. Да, вполне, я подстроил звук. Поначалу как бы ты немножко совмещался с игрой, а сейчас я подстроил звук, хорошо все. Прекрасно. Блять, потом да кто... на монтаже, если что, все усилю. Тут происходит некое безголовое падение людей. Я сопли этого, блядь, убил. Мешался мне. Еще один где-то? Здрасте. Не знаю, брат, тихо. Я возьму на всякий случай еще Супер Ущерб. Ущерб. Обидно, что я не вижу, как бы, когда он есть и когда он прекращается. А, когда вон. Когда его действие прекращается. Все, дверь открылась. Кайф. Блядь. Зачем я его все? Ради одного врага. Ну ладно, кто же. Ну, стоило может... того. А может сейчас тут этот, пойдут. А, нет. Отрым слонов. Там слоны будут? Кто мне звонит, нахуй, идите. Правильно, туда их. Мы записываем. Неизвестный номер. Надо что, если что надо, то напишу. В смысле, напишу. Сука, напишите, если что нужно. Что мне с дикцией, где водички ебануть? Ты здесь? Я здесь, я тебя жду. Вот я, вот. Убогие, это же превосходно. Тонешь, на голову надел аквариум и просто пил воды вот так. Гремичукова на голову одел. Блять, это ты головой стукнулся с таким звуком. Ты хорош там наяривать, псих. Ну да, нам в другую, с полами вот этими вот скользкими. Ух ты. На-на-на-на-на. Прям сейчас, как в Питере, вот так же скользко. Я хоть знаю, я сегодня выходил на улицу, вроде не скользко было. Не, у меня прям скользко, невозможно было идти. Я шел до метро, и мне было неприятно. У нас почистили все вроде. Купчага, ёпт. Блять, тут, конечно, не расходиться. Сука! Геннадий, какой, блядь, Геннадий? Оринкли. Константин. Геннадий. Так, кто рычит? Зверь. Группа звери. Группа звери на рукаве. А, кто орёт, блять. На, стрелок. И тебе, и тебе, и тебе. Там еще сбоку. И... Ну ладно. Вот. Блять, рыгнул на меня, выпрыгнул скелет. В эту же секунду я дважды испугался. Ну это чертова пельмешка, в смысле, блять, шавешка. А чё куда-то? А это просто? Это просто балкончик, чтобы лицезреть штуки. А может там и секрет какой будет, да? Нет, смотри, го! Видал? Да. Ага. Нет! Я не туда прыгнул. Я промахнулся тоже. Я в пизду, я не буду за этим бежать. А там супер жизнь, но я попробую. Да хоть супер жопа. Я еще раз попробую, последний раз. И все. Если я не это, я в пизду, тут секреты убогие. Я больше не буду. Так. Ну тогда и я за тобой, спортивный интерес. Так. А, тут некоторые ближе расположены, некоторые дальше, ясно. Ну это все. Такая загадка, наебливость. Получено секретное здоровье. Оба-на. Ну мне тоже получено, я тоже пиздатый. Так, я скольжу к двери. Ну Да, блять, открывай. Я за тобой. Let's go. Let's fucking go. Hell yeah.
О, господи. Oops, I did it again, блять. Mm-hmm. Я не знаю, что... Нахуя я это спизданул? Так, ну всё. Тяжёлая артиллерия. Один несчастный, это сам человечек остался. Он тяжёлую артиллерию достал. Баба. Слышь ты, блядь, ешь Уильямс, заканчивай нахуй. Ой. Кто его убил? Я О. Я О. А нахуй я стреляю? Все, кончились. Я своим дробовичком там подпукиваю. Лягушачий дождь. Гранатомет хочу. Гранатомет. А я не особо. Ой. Особенно, когда мы первого Сэма проходили, я стрелял гранатами, и ты не понимал, что тебя херачит. А твои гранаты меня херачили? Да, там, я не помню, в какой-то первой или второй серии. А я думал, там как с ядрами дела обстоят. Ну, примерно тоже. Блин. Ну, в смысле, свои ядра не херачат? Нет, точнее, гранаты... нет, свои херачат. Свои херачат? Нет, там гранаты мои тебе урон наносили тоже. Не уверен. Ёпта, что тут происходит? Да там эти, блядь, разборки питерские. Вавилонские. Я даже не понимаю, кто где. Где ты? Где? Я не знаю, я орущих бью. Камикадзе. Это у которого лайки скручивают. А ты про камикадзе Ди, который? Да я что помню, Ди, Би, блядь, Джи. Ну этот, который... Блядь. Да все уже поняли, да, да, да. Остановите этих ублюдков. Блядь. Где сопляжуй? Мы, кажись, все почти сделали как надо, только вот зелененьких. Да, сука, доставай винтовку, блядь! У меня тебя нет винтовки? Сука, ну надо, да получи вот эти штуки. Убил. Я тоже. Да, сука, где ты еще? Блядь, зеленый где? Шар. Ты, блядь, врезайся. А там еще один. Там еще красный, и у меня прилетела красная хуйня. Красный. У меня нет винтовки. У меня есть. А, вижу красную, но с другой стороны. Ищу глазами. Вот, где-то за слоном, нахуй. Так, слон. Это что у меня там произошло? Это у меня произошло, нахуй? Тебе тетерев какой-то запел, что ли, блядь? У меня тоже птицы поют. А, тогда ладно. Ну, какого хуя? А, вот он. Ну ладно, я, короче, пошел. Красная харкала эта ебучая. Блядь, меня дверью придавило. Я автомат нашел, Дима. Я рад за тебя. Так, да я пошел в здание, меня заебало. Ну автомат не хочешь? А в пизду его. Ну, если он есть здесь, то он дальше будет где-нибудь. Ну, надеюсь. Все? Не все. Опять красный демон. Бля, ну ладно, я опять за тобой бегу. А, я уже не могу, все, мне дверь закрыли. Ладно, я тогда иду вперед, похуй. В смысле? А я? А я с врагами дерусь? Ну, я не знаю. Мне закрыли дверь, я тебе это самое, назад тебе не смогу прийти. Я пока вон пособираю штуки какие-то. Тут прикольная ракета стоит, такая яйцеобразная, серебряная. Я всех убил. А и... ты куда пошел? Как вперед. Ты... Ага. Сейчас. У меня тут бассейн пойду. С голубой водой, а там дырка. Очень глубокая, я пока в нее не пойду. Я не могу зайти. Блять. А, вот, тут столб вижу. А у меня тут враги. Блять, вообще где я? Мы я не знаю, здесь? Я зашел в здание, мочу как бы недругов. А, бля, меня пнуло, нахуй, эта самая бетонка. Прям в лицо. Что-то я не понимаю, я у какого-то столба стою. Я не знаю, какого-то столба, я тупо вперед пошел, где храм. А я стою возле него, тут вот этот купол желтый. И вход в него. А слева здание с голубым кирпичом. Ну и вход в него закрыт, что ли? Да. Ну я тогда пошел вперед. Может, тебя потом телепортнет? Я надеюсь. Потому что я всех убил вроде. А я хера... Подожди, враги... О, открылось. Все? Тут патроны на автомат, брони много. Ну тут ебаная ракета стоит в середине. Блять, ты погоди. Не в том здании. Блять, мы разминулись? Вот я, знаешь, вот карта начинается, ты тупо вперед идешь. Блять, и упираешься в говно. Вот я в том говне. Я, походу, в другой вперед пошел. Ладно, давай разделимся. Я у другого слона стою вообще теперь. Ага. Короче, я в бассейн.
Угу, давай, приятно покупаться. В глубокий. А что в нем, блять, секрет, что ли? И все? Блять, в натуре, там только рюкзак и все. Сука. Ну, хватит ладно, не мешать. Блять, сопляжуй. Иди отсюда. Кто меня шмаляет? Так может это я в тупике, а не ты? Сука. А, вот, урод. Я убери. Может это мне помереть? А я не знаю. А я сейчас помру, если что. Ну если ты можешь это осуществить. Сука, я подвергаю анализу. А, у меня внезапно открыто все, я выхожу. Я подвергаю анализу кучу дверей. Я не могу никуда зайти. По большей части. Ну я зашел в одну, но там ничего не было особого. Так, я где-то... Юта! Я не знаю. Я получил миниган. Короче, я не знаю, где ты бегаешь. Я тоже. Попы. В принципе. Так. Рубается и рубается. Опа. Умерло. Я возле какой-то статуэтки золотого слона. Ну, блин, золотой слон в центре локации нашей основной. Нет, маленькая статуэтка, которую забрать, чувак. Я не ебу, где такая. Значит, ты тут не был на... Блядь, да кто, сука, дубина? Похуй, я мисюсь, короче. Да, я тут тоже так. В центральной арене. Слышу, топают. Быки. Это не у тебя? У меня, конечно. Ой, я забрал золотой слон. Рад за тебя. Опа. Может, мы сейчас уже пересечемся, ты умер от ножа. Какого ножа? Мне бык пизданул. Чё, походу, у тебя ножом пизданул. Ну, значок ножа был. Ну, может, у него в копыте нож, я хуй знает. Заточка, финка, блядь. Еще миниган. Ёпта, блядь. Чё ты не сдох с двух выстрелов? Блядь, и я сдох в этот момент после этой фразы. У меня куча голубей этих. Я передумал входить, куда ты стреляешь, блядь. Ёп. Вот мы с тобой разминулись, и у меня в голове вспомнилась картинка, где мужчина стоит в пустыне на стремянке, типа в бинокль смотрит, и вот типа на одну такую картинку меня присобачить, на другую тебя, что мы друг друга найти не можем. А я вспомнил, когда этот типа буржуй, знаешь, типа смотрит, ну где эти типа работяги? А, внизу. Блядь, ну и где эта бедность, да, вот это я видел. Ну где это, Денис, и я под тобой там маленький сижу. Так, где? Я что-то пошел по своим делам, давай в центр, просто пошли в центр и встретимся, а то скучно, блядь. А вот мне тоже, но я... А, а меня к тебе направляет стрелочка. Почему я не вижу такой стрелочки? А вот меня... посмотри на мой ник, и там стрелочка такая крутится. А, ясно. Но у меня дверь закрыта, пока я не отпидорю всех здесь. У меня тоже, у меня аналогично. Только, сука, я не понимаю, кого мне еще надо. Кто орёт? Мне женщин, очевидно. Мои самые главные враги, блядь. Нет, а у меня верещит, походу, этот. Верещагин. А, вот ты? Подожди, я могу открыть эту дверь? Сука, или нет? Открой. Открывай, сука, Новый год, блядь. Ой, я слышал, ты подбирал патроны. Да. Но я не могу к тебе попасть. Сука. Блядь, у меня такая длинная комната. Комната в комнату переходит и в комнату опять. Я не понимаю. Там какая-то кнопка. А если я сюда... Нахуй, а вон я видел, пошел, куда скелеты бежали. Подожди, мы походу с тобой сейчас пересечемся, друг. Да, да, да. У меня миллион скелетов. Где ты? Да я хуй знает, я умер и появился рядом с миниганом. Вон ты, Дима, я тебя вижу. О, здорово, наконец-то. Наконец-то. Блять. Обещай больше никогда не убегать от меня. Хорошо, Дима. О, миниган, заебись. Я бы обнял тебя, но у меня тут только микрофон и сгущенка Рогачёв. Не, ну можно вот так, вот так, стой, 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 вот так. Есть жесты?
Блять, ты давай это гейство нахуй оставь. Не, вот так. Вот это типа объятие. Это хуйня какая-то. Режем лицо по-дружески. Это объятие, блять, этих самых. Блять! О, ноу! Вот это в банде каких-то объятий. Дай мне огнемет, блять. Кручу колесико и не получается. Нихуя. Да ёб. И сзади, и спереди, и слева, и справа. О-о-о. Бля. А, ясно. Блять, а, ясно. Что там? И я ты мой? За мной, да, полетел? Нет, пока. Я кручусь. Оп. По мне что... Кидает мне гам... Ой, я упал, блядь. Жду. Я так... Прыгаю. Проебал. Бегу. Ладно. Бегу к прогуле. Блядь, ну спавните меня прямо там, нахуй, заебали. Зачем начать? Да, далеко спавнит почему-то. Все, я перепрыгнул. Смотрю, как Дима прыгает. Али, оп! Хуяндык! Отлично. Ты здесь, что ли? Здравствуй. Дверь ты же обещал не бросать меня. Я не бросил, я смотрел. Охуенно. Охуенное оправдание. У меня очень много одногласных зубачей. У меня тоже. Но я их это, мини-гоню. Ой, у меня свиньи. Они такие смешные. Ну, в плане хрюканье. Смешные. Свишные? Типа свинья? Свишные, да. Вон Дима! Нет, Дима. А я за таблеточкой. Прихватила живот. Ты же обещал бросить это. Здравствуй. Я ничего не обещал. Блин. Здравствуй. Броня 5. А, теперь Брось. Пулемет такой. Но я уже с миниганом привык ходить. Я уже не хочу пулемет жалкий. Обосранный. Куда идти? Томпсон свой можете, это самое. Ай, блять, мы вернулись. А чё, там вниз еще проход был, ты был внизу? Нет. А он был там. Ну там пустая комната, так что, видимо, я отсюда все забрал уже, что ли? Бля, падаю. Это падение, конечно. Я представил тебя на улице, знаешь, после бутылки водяры. Я представил тебя на улице после бутылки водяры. Бля, я падаю. Вам нахуй. Опа, молодец. Спасибо, спасибо. Да, а ты любишь смотреть? Сынок. Я гляжу. Даже так неловко, блядь, звучало. Блядь, я опять упал. А, так вот, что это пустая комната. Что это за пустая комната была? Ты вне моего прицела. А я в пустую комнату упал сейчас опять. Алло. Дима. Ты не слышишь меня? Дима, где ты? Не слышишь меня, да? У меня интернет пропал. Дима. Дима. Ты троллил меня? Ты все еще меня? Ты все слышишь? Вот я слышу, теперь слышу. Это звонок я прервал просто и заново начал. А, у меня просто... Ты ходишь? И это я слышал еле-еле у тебя. Вот так. Я хуй знает, я пиздел как проклятый, по-моему. А потом слышу, ты не отвечаешь только, Дима. Дима. Нет, я с тобой говорю, ты молчишь. Я тебя спрашиваю, Дима, ты здесь? И я слышу... И все, я блядь. Тебе говорил, конечно, я здесь, блядь, там хуярю тех всех, блядь. Я и думаю, что за херня, я уже думаю, я с ума сошел. Не смешно, оказалось... с этой игрой сойдешь, в принципе. Ну да. Как и с другими. Да, блядь. Где сопляжу, не вонючая. Бля, не знаю, шарики откуда-то с жопы летят. А, вон он, я умер. Убит. Так ты живой. Нет, он убит, а я... А я карбид. Карбон. Каб-каб-каброн! Эй, кабрун! Че, вот так вот? Я куда-то пошел, опять бросил тебя нахуй. Я возле Пегаса. Коня, что ли? Я оттуда вылетел. Я вижу, дымит что-то. Это ты дымишь? Да. Это я в кашу превратился. Бегу к тебе.
А я в задницу пока коню наяриваю. Я помню видео. Что-то А я в задницу коня наяриваю. И ты такой, я помню видео. Блять, что-то у Санчи было в видосе про вот этого коня вроде. Что там секретку можно было получить. А ты говоришь, что не помнишь. О! Отлично. Говно, да, полетело? Эти звуки... А я в жопу ему как бы вроде уставился прям вплотную, ничего не происходило. Все это время. Там появилось использовать. А. И все там со временем. Мы так и использовали жопу коня, да? В своих целях. Ой. Да что? В трупе застреваю. Так, там решетка. Огонь. Что здесь? Вечный, блядь, горит. Марсово поле, нахуй. Ты куда пошел? Нас закрыли. А. Это, ну, нас, это не нас заперли с ними, это их заперли с нами. Из какого это фильма? Ну, последний раз я это слышал в Хранителях, типа, это не меня с вами заперли, это вас заперли со мной. Ну и в единственный, потому что нечасто эту хуйню пафосную произносит. Давно... Ой, блядь. Много где, мне кажется, эта фраза была. Ни в одном фильме не слышал. Где? Кроме Хранителей, да. Ну вот в Хранителях, да, вот тут только... Наверное, да. Ну, это, знаешь, такая пафосная фраза для этих, для кинотрейлера, блядь. Вы закончитесь там, блядь, я уже надоел жарить без мяса. Жарить без мяса. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Где стук? Да там все еще Константины хуярят, блядь. А, вон он. Может, мне шестерку? Дурак, я его убил. Блядь, у меня нет каждый раз важной пушки, которую я хочу. Дима. Я знаю, беру. Черная комната. Дворец Гильгамеша. Угу. Атриум слонов. Зиккурат. Где мы сейчас? В дворце Гильгамеша. А мне не показывало, типа, я не понял. А, да? Не, мне показывают сейчас карту, я загружаюсь. Мне показывало карту, но я не видел, где мы на этой карте. А ты где? А я вот. Здесь, прямо вот. Меня напугало. Прямо туточки в пол меня, смотрю. Меня намотало. А, сейчас, кстати, надо... мое это самое-то есть отражение в полу. Дверь закрылась. Обращал внимание? Я обращал внимание, но не здесь. Вот в каком уровне? В прошлом же уровне, да, были вот эти в начале скользкие полы. Вот я там, да, обратил внимание. Ебай RTX. Да, еще тогда был 2003. На мою 1660 подвезли. Так. Бам. Ой, блядь. Бабы! Летучие, Лена летучая, блять, или как там? Да, Елена ебучая, как я ее люблю называть. Я не знаю, кто это просто какой-то мейнстрим, как бы. Да, какая-то. Я слышал эти имена, но типа что они значат и кто эти люди, я не имею ни малейшего представления. Женщина ведущая, это все. Ну и хуй с ним. Ай, блять. Там дырка, может в дырку? А в дырке шипы, тогда не в дырку. Я чуть. А... Ты дура. Недобитая баба. А если вот так? Не получилось. Ну ты можешь, как обычно, использовать вот эту хуйню. Охеренно, меня заспаунило прям в этой, в первой комнате. Блять, а я умер. А, кстати, ну-ка дай-ка я тоже попробую. Блять, не получилось, не фартануло. Я перепрыгнул за... Да я рад за тебя, блять, может теперь... Сука. Так. Блять, я в кашу. Ой! Ага. Интересно. Так, бегу к тебе. А что ты там забрал? Там нет ничего. Там был крылатый лев, фигурка. А как бы мы его взяли? Там вообще мостик внизу. А, тут и так было... перепрыгнуть можно на углу, в принципе. Я вот так и сделал сейчас, без потерь. Мне просто казалось, что его надо активировать. Да и похуй, забрали. Там зелень пернатая, блядь. А где? Пархатая. А вон она. Пархатая. Еще что ли? Вот. Конечно. А меня нормально видно по свету? Сейчас я чуть-чуть лампу поближе сделаю. Мне кажется, потому что меня плохо видно. Тебя всегда плохо видно. Нет. Гранатомет! Там гранатомет! Где? Гранатомет, вот. Ты всегда немножко в томном мыле, блять. Объединённый... А что, у меня закончился? Да его там немного совсем. О, вот рюкзачок школьный.
Рюкзак с боеприпасами. Я рюкзак. Я карта, блядь. Я карта, блядь. Просто так стиснул зубы. Ой-ой-ой. Да-да, подставляха. Но мы выжили. Да мы вообще живучие. Лена живучая, блядь. Дима живучий, Денис живучий. Так, впереди, мне кажется, будет враг. Мне страшно. Дверь закрылась, дверь открылась. Я очень боюсь. Ой-ой-ой. Блядь, что меня убило? Не знаю, но я хуярю. Пока успешно, картинка прикольная. Все? Не все. С мясом в мясорубке. Там еще бык? Или мне послышалось? Не послышалось. Да там куча всяких прелестей жизни. Ну вот я гранатами хуярю. Че, у тебя отнимаются жизни? Да. Я себя несколько раз убил, вроде как тебя тоже. Я себе уже 10 гранат выпустил. У меня отнимали жизни. Ну так, немножко. Ты бы уже помер давно. Мне подожди, стой на месте. Давай. Нет. Да. Свои, значит, только свои бьют гранаты, чужие. А почему у меня отнимались? Страховки? А там спереди просто. Хуйня происходила некоторая. Ну, значит, был неправ, извиняюсь. Да похуй, зато выяснили. Ёпт, блядь. Ага. Я как в фильме «Хищник», блядь. Так же стреляю, нихуя ни во что не попадаю. Там шипы. Дима, проверь. Если хочешь быть таким сексуальным тиранозавром, как я, то сам проверь. Я ба-да-ба-ду. Пиздец, а меня убило. Это подставная хуйня, я спокойно прошел. А я думал, что она не активирует. Хотел меня подставить, в итоге сам подставился. Вот так вот, блядь. Так. Херачу взрывными оружиями, блять, и себя в том числе. Ну а мне с миниганчиком тут бегается прям хорошо. А! Бля, еще ниже. Окей. А, это ты. Да-да-да, я тоже в тебя выпустил. Кучку патрошечек. Вот-вот уточнение по поводу патрошечек было как раз кстати. Я не настолько тебя не люблю. Это приятно. Это приятно слышать, блядь. А у нас лазерная пушка есть? Нет. Есть, я из нее стреляю. Ну, ты ее подобрал, значит, где-то, а я нет. Странно, я даже не знал, что ее подобрал. А у меня есть? Только что... Она в самом конце должна быть. У меня нет ее. Странно, где ее, блядь, подобрал? Мне даже не показали супер ущерб. Блять, а у меня и остался супер ущерб после смерти? Наверное, нет. А, это ну, печально. Давай, если так, то это все говно, блять. Что, я его только взял, меня грохнули сразу. Нет, он у меня пока есть, у меня 12 жизней. У меня 18, я уже совершеннолетний. Я... Да шо орёт, блять? Да. Вимбельдан этот чертов. Супер ущерб кончается. Начинается обычная обыденная жизнь, как бы. Сэма Селянина. Начинается обычный ущерб. Да не ри. Мистер Помри. Спасибо. Поджигалиус. Поджигалиус. Магию пытаешься там использовать, блядь. Ага. Не, Хогвартса. Въебалус-давалус! А я под хвост засандалил Скорпиона, лол. Чё убили? Ой-ой-ой. Блять, жабки, вы чего ж? Жабки, вы чегошки? Да где я, сраный? Бля, у меня его нету тупо, понятно. Еще ниже. Опять. А мне тоже надоело. Мне да не нет, нравится, это... что шакалит эту самую камеру каждый раз, когда я падаю. Не знаю, мне все нормально. У меня вверх начинает смотреть персонаж сразу. Странно. Я не могу... Могу.
Жабу, блядь, одну не мог подстрелить. Мистер, могу. У меня патроны кончились везде, кроме винтовки. Ну, у меня вот еще тут этот самый есть. Как его, блядь, зовут? Гранатомет. Гранатомет. Метагранат. Мет. Бля. Ага, вот вы из дырочки, ясно. Они из дырочки пришли. А знаешь, как название фильма, типа, они пришли из другого мира. Да, в трейлере. Они пришли из дырочки. Из дырочки. Этим летом. Да-да-да, во всех кинотеатрах страны. Дрожь дырочки. Дрожь дырочки. Да ё-моё, это было хорошо. Блять, они кончатся. Не знаю. Я бешеный. Ой, блядь. Ну, рычал су, блядь. Пилю. Пилю в области промежности. Жарю, распилил. Жарю. Распилил хуй. Убили. Ну это блядь. Карма, чувак, нельзя пилить хуи. Печально. Ого. Так, блядь, я не могу. Ура, патроны, господи, наконец-то. Это что, тупик? Я думал, мы куда-то идем. Не, вот сюда. Ты провалился, мэн. Я упал в дырку, я прыгнул. Я не поймал штуку. Ёп. Я хотел поймать штуку, я вниз опять. О, все. Там 50 здоровья бежит просто. Ну, где? Внизу, в дырке. Я его, видимо, подобрал. Видимо. Потому что у меня его там не было. Знаю, бы тоже. Это ты там с бензопилой бегаешь? Что за звук? А, о. Это бензопильщик с бензопилой. Я это самое, резня бензопилой. Огоньку даю. Прикурить. Да опять прикур. Паркур. Пойдем, может там дырка какая есть. Пошли. А, так, там патроны. Так, ты ушел, вижу, куда. Вот он я. Пыш-пыш. Так, патроны это хорошо, на миниган тем более. Да, минигунчик. Давай. Нихуя. Костя, ты что? Да ё... Костя, очнись, блядь. Меня уронили. Ой. Чего? Я вниз. Чего? Упал куда-то, я на платформе стою. Молодец. Я опускаюсь. Я там не портал. Понимаю, что... Я не хочу пока туда. А я не понимаю, что происходит. Ну давай я к тебе упаду, что ли. А, я еду. Давай. О, здорово. А то как-то не хочу расходиться с прошлого раза. Да, было печально. Да. Откуда шмаль? А там хер разглядишь. Это вот уже и я не говорю. Смешно, правильно Джигурда сказал. В кои-то веки, блять. Ты чё, он же... Я забыл, он... что он говорил. Он типичный шиз, блять. Типичный шиз. Не, он нормальный. Ты помнишь, как он кричал? А, ну тогда ладно. В каком-то советском фильме он там: я нормальный, нормальный. Чувак, никто не смотрел этот фильм, это все из мемасов. Эх, вы молодежь. Вы этих спидерменов смотрите? Ой, кто бы говорил. Марвел, ну ладно, я Человека-паука тоже смотрю. Ты как раз моднявые штуки смотришь, это я там могу какой-нибудь старье. Не, я Марвел, кстати, из 50-х. Я Марвел давно уже не смотрю. А какая разница, Марвел или аниме, по большому счету? Не, аниме давно люблю. Так что тут уж... Нет, в смысле, и то модное говно, побольше, ну и как бы... Ну, в мире сейчас куда ни глянь, почти все модное. В мире мы... Нет. Ну, почти. Нет. Ты знаешь, как бы, вот по статистике Портхаба, какой стиль порно больше всего смотрят в России? Какое порно больше всего предпочитают в России? Не увлекался, да, на этой... Хентай, блядь. Пока как бы. Прикинь. Ужас. Вот и я думаю, странная хуйня.
Найти бы женщину. И все. А что мешает, как бы, и найти женщину, и смотреть порно? Ну, тут, не знаю, выбор каждого, я не осуждаю. Я осуждаю увлечение хентаем как порно. Ну, я не то, что осуждаю, я его абсолютно не понимаю. То есть, как по мне, это не дрочь-контент просто. Бля. Ну, тут уж знаешь, что знаешь, знаешь. Я забыл, блять, я потерял мысль, которую я хотел сказать. Ну, по мне, это как зоофилия, плюс-минус. Там хрюча. Хрюча, я встретился с ней глазами. Торба на хрюче. Здравствуй. Ты его не убил. Ну я поздоровался. Ух ты. Он скользит прям вместе с тобой. Оп. Прыжочек. Прыжочек. Куда я стреляю, я с ума сошел. А вот нет. Да, блядь, опять тут патроны в хорошем орудии. Орудии, почему кончаются? Потому что это хорошее орудие. Так, ну когда я скользь? Постоянно пользуюсь. Блядь. Бля... Да, я не меня, могу... меня все нервирует сегодня почему-то в Сэме. Не знаю почему. Может, день такой просто. А чё тут, у меня день так, более-менее. Дело, которое должно было быть сегодня, сместилось на завтра. От этого я немножко в расстройстве. Какие дела, блядь, акстись. Поэтому как-то что-то какишь. Блядь. Вот эта аренка, кстати, нормальная, мне нравится. Ну такая классическая, блядь. Выдержанная. В антураже, блядь, типичным примерно для игры. Как в первом Сэме была, где там просто коридор такой прямой и куча скелетов бежала. Да, я помню это говно. Но тут немножечко этот, как этот, восьмиугольная, скажем так, но все равно неплохо. Опа, блядь, ладно, зато убил красного, в смысле зеленого. О боже. Блять, у меня один... столько скелетов, сука, прыгают. Я их всех поджег. Не понял, где зеленые. Да они по верхам, как обычно. А, вон он, скотина. И там еще один где-то был, ага. Красный у меня. Блять, умер. Блять, еще один. Меня рвануло. Все, умер, блять. Пушка! Тут в центре пушка. Кайф. Я ее подобрал. А я все никак не дойду до центра, меня все щемит, блядь. Я помогаю. Молодцом, а где я? О, ядро. Блять. У меня кончились ядра. Ее пуха, кайф. А, вон они, блин. Да-да-да, они по верхам, я же тебе говорю. Блядь, переключай пушку. Ой. Дай мне винтовку. И того ты убил, красава. Все? Да, спелись, блядь, сыгрались. Пошли в дверь. Пошли, пошли, пошли. Да я уже здесь, уже здесь. Так. Красный. Обана! Обана! О, вот это мне нравится. Резать буду по-взрослому. Так, сейчас. Надо, да, вот триггернуть. Хочу, да. А вон они, вон они. Ну, они я взял супер ущерб. Ну так, я потихонечку с этого. Вот теперь ой, можно блядь. Брать. Вот теперь можно брать. С миниганчика. Минус. А, так ты его, блядь, мои ракеты еще не успели долететь. А, я, да, я сразу взял миниган. Кого вижу, того херачу. Гантелькой въебали. Так, оп. Гранаты кидаю. А, и супер ущерб кончается. Нет, ну все, это уже дело до пушки. Джека Воробья дошел. Точно, у меня же пушка есть. Обама, блядь. Обама. Обама, блядь. Обама. Оп. Не, жалко пушку. Оставлю до лучших времен. Не, много вражин, так нормально разлетаются скелеты. Да ёпта. Хотя, с другой стороны, блядь,
Он справа наверху чертила сидит. Да-да-да, я его вроде как уже ракет в него напускал. Блять, а с другой стороны зеленые. И кукурбиты бегают. Я где-то сзаду там просто бегаю и херачу. Ну я там сею сейчас эти самые петарды свои. Ой, ёпта, блядь. Ой, нормальная миссия, мне нравится. Куча врагов. Блять. Я так понимаю, это последний уровень в этой локации? Наверное, эти шалавы еще поналетели. Ну на них, в них стрелять с пушки уже это... Обидно. Это прикольно. Это как рыбалка, знаешь. Надо как взрывная, динамитом. Да. Подлетки, блядь. Да ёб твою мать, пытаюсь уклониться, в итоге все снаряды в меня. Это вообще мясо какое-то происходит. Вот тут ущерб бы не помешал. Красный новый появился, или ты того не херанул? Да вроде новый появился. Я его вроде как... не убил, а убил. Я в него пострелял там из миномета, в смысле из гранатомета. В смысле, блядь, из минигана. Ой-ой-ой. Чё, блядь, тут творится, нахуй? Я просто, я стреляю, взрываюсь, умираю, появляюсь и всё. У меня ещё есть это самое, блин. Меня бесят эти плинтуса ебучие. Рогатые с этими, с ракетами в руках. А, рогатые плинтуса. Свинтуса, плинтуса. А еще красненький, у меня дальнобойное оружие закончилось. А, нет, есть еще снайперка. Да, сука, ты заманал. А что, меня убило? А, понял. Все, эти оральные ласки прекратились? Не, там еще вон. Самый дали красный демон. Я имею в виду... взрывашек. А. Блять, нет, так, бежите. Бежите, суки. Да сука, сколько этих где? Сколько положено, блядь. Демонов красных. Ладно, у меня что-то есть еще как раз. Опа. 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 Не зря я эту самую пушку хранил. Опа. Меня взрывают вообще только так, только в путь. И в женщин. Из пушки. Да ее. Это как там, из дроби по воробьям или как-то так? Из чего пушки по воробьям? Из пушки по воробьям, как стрелять. А, я не слышал такого выражения. Ты что, не жил? Нет. Или как метать... А, нет, метать бисер перед свиньями, там немножко другое значение. Я знаю метать говно вентилятор. Это единственное, что я знаю про метание. Метать бисер перед свиньями, это значит говорить что-то чуваку, который вообще не ценит это. Кошмар. Да. Выражение интересное, если задуматься. Старое. Целдово. Надо бы запомнить. Да. Все? Кончились? Ядро взорвалось. Оборвалось. Было потно, мне понравилось. Да, я даже действительно сетовался. А, Вавилонская башня. Башня. Может, на потом ее оставим? Давай, да, я чуть-чуть. У меня заебался, ей-богу. Ой, ребятки, все, заканчиваем на сегодня. В следующей серии да пройдем уже этот ваш Персиполис, пойдем в новую локацию. Да, надо бы заканчивать с этим делом, башка начала болеть, и я в натуре вспотел, бля. Угу, так что всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на канал Димы, ставьте лайки, комментируйте. Да, пишите, насколько я охуенен, если что. Ну и про меня тоже, пожалуйста. Ну, это по желанию. Ну да. Всем удачи, ребята, и до новых встреч. Всем пока. Всем счастливо, да.